Всем привет! Я продолжаю тренировать футбольную команду Land FM, ФНЛ России, вторая по значимости лига, и нам очередной матч играть в Барнауле против Динамо. Но вот уже тур идет, соответственно, большинство матчей сыграно, мы занимали перед этим туром первое место, но вот временно, видим, мы уже сместились на третье. Но если свой матч выиграем, конечно, все у нас останется. Ну, Енисей, Оренбург, тут еще интересный матч будет, вынесен последним. Вот так вот, давайте мы в Барнаул отправимся и посмотрим, что у нас получится с командой, которая пока идет на 13 месте. Ну и, собственно, вот он, стадион, расстановка, мы видим нашу расстановку. Ну да, есть тут у нас парочку замен, потому что тяжко нашим игрокам пришлось на кубок играть в овертайм, то есть серия пенальти измотала некоторых товарищей, ну и еще при этом не все готовы физически полностью. Вот у нас там Сулейманов, например, да, Адвальдо. Сулейманов, конечно, был очень активен в том матче, но как итог не забил, да, там бил по воротам очень много. Посмотрим на Барнаул, что тут у нас получится с этой командой и как мы вообще физически будем себя чувствовать по ходу матча. Пока мяч мы взяли, ударов практически нет по воротам. Вот угловой мы тут разыгрываем. Данилов, нет. Нет, не получилось должным образом. Ну, здесь вот проваливаться не стоит. Не стоит проваливаться вот такими вот действиями. Пропускаем гол в контратаке. Опять разыграли угловой там. Потеря мяча и контратака. И здесь Маслов. Ну, дали ему пробить, к сожалению. И он первый свой гол в сезоне забил. Ну так сами себе привозим, любители, да, попривозить сами себе. И получается у нас проблема после вот таких вот ситуаций. Так, ну удары, конечно, у нас какие-то стали идти. Но все это не опасно. Абсолютно. Не видим мы никаких действий в исполнении наших игроков. Вот. Не получается. Не получается. Физически, конечно, еще не совсем упадок. Но, видимо, морально тяжело им играть. И неизвестно почему. Данилов навес, тут угловой, вынос подальше. По новой начинать атаку. Осипов, перевод через защитника. Ну, как обычно это все происходит. Кулаков, Магомедов. Заброс штрафную, ну здесь Сулейманов, ну. Молодец. На кубок тут бил все мимо. Но здесь забил. В итоге Магомедов передача результативная. Давайте смотреть. Ну да, здесь Сулейманов касание. Конечно, молодец в данной ситуации. Может, еще и в концовке тайма попробуем еще забить. Здесь все падают. И потеря. Теперь как бы не пропустить нам, да? Опять дальний удар у него проходит. Да что ж такое-то? Дубль оформляет этот товарищ. До этого вообще не забивал ни одного мяча.
Мы видим, как действует очень просто команда «Динамо Барнаул». Доходит до нашей, ну так скажем, вблизи штрафной. Следует дальний удар и опять попадает. Да. Бывает в жизни огорчение. Ну, я думаю, можно попробовать нам. Так. Все-таки выпустим, наверное, Филиппова. Наверное, да? Филиппова. Вот. Выпустим, наверное, Дмитриева на второй тайм. Деваться некуда. То есть атакующие игры как бы не наблюдаем. С моментами, да, там, с давлением. К сожалению, нет. Пропускаем дальними ударами. Это очень печально. Ворот, вратарь. Динамо Барнаул разыгрывает. Кулаков здесь подобрал. Филиппов, у Филиппов, у Филиппов. Забил. Подвисло тут, правда, что-то у нас, но Филиппов забил. Это хорошо. 2-2. Ну, относительно быстро забили во втором тайме. Ну, Филиппов пробил. Все-таки не у вратаря, но хотя почти, да? Два-два. Кто у нас тут не выделяется? Абсолютно. Неизвестно, да? Штрафной. Не туда убиваем. И контратаки не получится, естественно. Здесь не проваливаться. Ну, Масловский, зачем? Ну, кому ты скидываешь, а? Кошмар, никого нет. Останови мяч, прими его сам, обработай. Нет, надо сделать непонятную штуку. Здесь перехват. Ну, пойдет контратака? Нет. Может, сейчас? Ну, быстрее, быстрее нужно действовать игрокам нашим. Ну, так медленно все. Как-то быстро соперники не успевают. Вот здесь на Кулакова. Кулаков, покати! Здорово. Покатил на Филиппова и 3-2. Выходим вперед. Дальше, дальше не бросать подобную игру. Ну, Кулаков это сейчас в моменте сыграл очень здорово. Не стал сам бить. Ну, 3-2. Вышли вперед. Здесь аккуратней. Динамо Барнаул недовольны явно таким развитием событий. Дальний удар опять мог залететь. Мог не залететь. Не залетел. Вот эта вот опасность таится. В чем? Вот в этом. Что мы пропускаем там. Непонятно как. Здесь момент у наших ворот. Дальний удар. Штанга. Ух, и здесь удар. Ну что происходит? Защита, ау, ребята. Что с вами происходит? Опять издалека дают пробить. Смотрите, ну здесь мяч, ну здесь вообще не разбериха полнейшая. Тут вроде заблокировали. Все стоят, смотрят. Кошмарище просто. Масловский никакой сегодня. Ошибки, ошибки. Еще раз ошибки.
3-3. Ну да, вот казалось бы, вытащили мы этот матч. Да. Казалось бы. В итоге получаем. Непонятно что. Так, Магомедов. Заброс на Кулакова. Успеет? Успеет. Навес Филиппов. Ух ты, Филиппов. Вышедший на замену три штучки-то, да? Ну, наверное, вот так. Филиппов сегодня на замену отыграл как следует. Хочет, видимо, в основе играть. Ну, здесь удар-то опять не очень хороший. Но вратарь у них действует, прямо скажем, так себе. 4-3. Если мы будем позволять себе и дальше сопернику, да, возможность давать бить издалека, это могут быть проблемы. Очень такой матч непонятный. Дальние удары, конечно, нас в тупик ставят просто. Последняя, наверное, атака наша, но неплохо. Все-таки выигрываем мы этот матч. Это жестокий матч был. 4-3. Ну, хвалить-то можно игроков, конечно, но такие вот ситуации тоже бывают. Так, после нашей победы Енисей, смотрим, выиграл у Оренбурга 1-0. Ну и, ну, здесь, конечно, все сложно. Енисей, Оренбург по 16 очков. Да. Тамбов, конечно, очень огорчает, видимо, всех тут болельщиков Тамбова, да, проиграл Соколу. Но следующий тур у нас, конечно, с Нижним Новгородом, вот это уже серьезней. Нижний Новгород — это будет команда, которая, ну, точно будет бороться за Премьер-лигу. Видимо, Филиппов 6 хитрик оформил, да, 6 у него стало в чемпионате. Прудников здесь, ну, Прудников уже 31, Сулейманова 5 мячей, а вот какой-то по средней оценке Абдуллах, Абдулла лидирует, это вообще каморец, ужасы мы с вами видим. Да, ну, с Нижним Новгородом вот центральный матч тура, пожалуй. В Нижний Новгород мы с вами едем, стадион, где проходили матчи чемпионата мира по футболу. Ну, у нас тут за сборную Магомедов уехал, в том числе, да, ну и еще некоторые товарищи. Ну, не так это все сказывается, конечно, как Магомедов. Дмитриев тоже уехал, ну, ничего страшного. Или наоборот, все страшно. Вот так вот будем действовать. Ну, центральный матч тура, конечно. Нижний Новгород сильная команда по сравнению, да, ну, по меркам ФНЛ, конечно же. Ну и для нас это будет определенное испытание, как мы справимся с этой командой. Савченко желтую сразу получает не вовремя. Хотя атакующий товарищ, зачем лезть в атаку и там получать? Ну вот еще если травмы нас тут замучают, это, конечно, будет совсем печально. Причем Адвальдо, это основной наш тут защитник, ну, по-любому основной. Вот. Воропаев может там сыграть, но он тоже с повреждением. Так, штрафной мы тут разыгрываем. Адвальдо в перекладину, но там не игры. Судья свистнул. Поэтому все сначала. Надеюсь, с ним не сломается до конца матча. Ну, а там будем смотреть по ходу дела. Так, ну, есть у нас, конечно, кому выйти, но не туда. Очень даже не туда. Здесь подбираем, подбираем. Савченко, отдай, Кулаков.
Ну, Кулакова хотят купить у нас тут, конечно, все. Зенит, Спартак, ну, самый большой дают. Ну, Зенит 150 тысяч. Это что такое? За футболиста? За россиянина? Я отказал, Спартаку тоже отказал 200 тысяч. Не пойдет, ребята. Трансферное окно закрылось. Запрос на Кулакова. Ну, Кулаков. Ой, в штангу попадает. Ай-яй-яй. Ну, что, он будет играть в основе «Зенита» или «Спартака», что ли? Нет. Нет, конечно. 16 лет-то. А здесь будет играть у нас, поэтому посмотрим потом. Кулаков, заброс. Ну, здесь куча наших игроков. Писарев! Писарев забивает. Вместо Магомедова вышел. Уехавшего за сборную, молодежную там или какую-то, ну да, много у нас сборных всяких. Да. Об этом нам так и говорят прямо. Писали в Сабир. На 1-0 мы повели. Очень интересно. Матч развивается, но это еще ничего не значит. Нижний Новгород, я думаю, еще тут проблемы нам может создать. Вот. Первый тайм близится к завершению. 2 минуты судья добавил. Так, у них там тоже повреждение у кого-то. Перерыв, в общем, мы видим статистику. Ну, ударов не так много, да, у нас идет. Ну, ладно, похвалим. Ну, хвалить тоже. Ну, и раз не очень удачно. Опять же, посмотрим насчет травм. Как Адвальдо себя будет чувствовать в этом матче. Может и сломаться, да? Колено. Кто его знает, что там с коленом? Так, москвичев это плохо. В опорной зоне желтая. Так, с ударов пока нет. Ну, можно Поплевченкова выпустить. Наверное. Два уж нападающих играть как-то рискованно. Против Нижнего Новгорода. Да, тем более в гостях. Борисов. Заброс вперед. Ну здесь Кулаков, можешь убежать. Кулаков. Кулаков, реши момент. Не может. Не смог решить момент. Хороший моментик-то возник у нас. И 2-0 было бы, конечно, очень весело. Так, ну, возможно, следует Филиппова кинуть в атаку свежего. Да. 1-0. Ну, здесь, конечно, сложно прикидывать. В защите-то какой бардак, а? И Делькин нам тут чуть не забил. Артем Делькин. Нападающий. Такс. Держаться. Поплевченко в штрафной разыгрывает. Навес идет. Удар. Ой. Ай-яй-яй. Опасный очень мой момент. Создаем у ворот Нижнего Новгорода. Ну никак, да, второй туда не забьем. Это очень печально. Так. Ну, держаться, держаться. Да, и есть сложности. Никто не застрахован от каких-то там проблем в концовке.
Так, Сулейманов. Не показывайте ни игры хорошей. Эдуальдо. Ниченков. Неплохой пас какой. И контратака. Делькин. Ой, уходит от Делькина. Уходит и вытаскивает Усипов. Ужас. Вот могли получить на контратаке. Хотя обычно мы не допускаем тут контратак. Да. Не допускаем. Кто не готов у нас тут уже играть совсем? Адвальда еле дышит. Еще и с травмой. Сулейманова тогда буду менять на Абрамова. Сулейманов сегодня не показал ничего хорошего. 4 минуты, сути, добавляет к матчу. Нижний Новгород еще пытается тут сравнять. И больше ударов стала команда наносить, да. Но, по всей видимости, вот последняя их атака, если она вообще будет. Очень долго Нижний Новгород пытается что-то придумать, а Адвальда спокойно выносит. Ну и мы выигрываем в Нижнем Новгороде. В общем, вот так вот. По статистике это прям не сказать, что мы их переиграли, но по результату-то выиграли. Ну интересно, СКА Хабаровск, например, свой матч Балтики проигрывает в Калининграде. Соответственно, мы, выиграв у Нижнего Новгорода, ну, отрываемся вот от этих двух команд. Ну, не намного, конечно, прям уж чтобы, но есть отрывчик небольшой. Нам теперь с Енисеем играть. Енисей мы видим уже, команда с Оренбургом где-то вместе тут шагает. Ну и домашний наш матч с Енисеем. Посмотрим, как сложится эта игра. Принимаем команду Енисей. Ну, Енисей мы по Премьер-лиге помним, да, команда играет там. Ну, показывает не очень удачные результаты, поэтому вылетает, да, обратно в ФНЛ, туда-сюда, вот примерно такая картина у них в футбол-менеджере. Ну и ФНЛ-то они уж точно представляют какую-то угрозу определенную. И будут там где-то в верхней части таблицы, может даже бороться за выход в Премьер-лигу. Почему нет? Все может быть. Вот. Такая у нас домашняя игра против Енисея. Да, непростой соперник тоже. Ну, нужно здесь нам как-то удачнее действовать. И свои моменты реализовывать. Мы это можем. Иногда. Но не всегда. Так. Ну, такая игра пока идет без моментов. Конечно, удары какие-то есть. Но нам это ничего не показывают. Магомедов вернулся со сборной. Ну да, там были игроки у нас за сборной играли. Кулаков здесь хороший момент, штангу попадает. Вот Кулакову что-то не хватает чуть-чуть. В штанге лепят. Вот, бывает. Если начнут забивать в каждом своем моменте, когда он, ну, реальный момент просто возникает, конечно, тогда все будет по-другому. Пока что так, пока что ничего не происходит. Сулейманов, например, шелту зарабатывает. Ну, Сулейманов любитель на желтые карточки тут наигрывать. Это да. Первый тайм завершается, увидели мы один момент, ну, такой, не очень, ух, немотивированный
Они все у нас. Мотивироваться вы должны сами, не в зависимости от того, что я сказал. И не сила атаки, но вес тут опасный игол. Вся наша защита где-то спит. В начале второго тайма мы получаем гол. Ну что там, три человека, да, было? Три. В защите, и вот с этим не справились. Ну, здесь ошибка Аминьева. Его ошибка, конечно же. Он должен подобные вещи решать. Переигрывать своего оппонента. Ну, раз проигрываем, то, конечно же, что мы можем поделать? Можем поделать что-то типа такого. Как мы действуем иногда, периодически. Так, ну. Нет у нас действий активных. Магомедов себя тоже не проявляет. Сулейманов себя тоже не проявляет. Дмитриев тут желтую зарабатывает. Так, из аута плохо. Здесь опять мяч не можем подобрать, к сожалению. Заброс, проходит заброс, смотрите, Иосипов. Приходится вступать в игру. Здесь вынести толком не получается. Но вот теперь контратака. Контратака Сулейманов. Ну давай, Скоростенку, включи свою. Перевод. Дмитриев здесь с мячом. Прострел. Кому? Кому простреливаете вы, товарищи? Так. Ну давайте, Савченко, Сулейманов. Ну, Писарева вот тогда. Забил тут все-таки у нас в Нижнем Новгороде. Ну не могу я Адвалда заменить. Ну, Сулейманов. Ну, что ты так делаешь? Красная карточка. Так, деваться некуда. Будем действовать что-то типа такого. Да, уже замен нет. В меньшинстве мы остаемся. Из-за товарища Сулейманова, который любит правила нарушать. Ну, попробуй теперь отыграйся. С командой Енисей. Который, в принципе, неплохо сегодня действует. Сулейманов нарвался. Ну и Кулаков. Оценка не очень. По сегодняшнему матчу, конечно. Вот. Все вот так, к сожалению. Компенсированное время. Подбор выиграли здесь, но продолжения вперед нету. Масловский дальний заброс. Ну вот здесь может Писарев выскочить. Ну покати, покати, Писарев. Ну покати. Ну хоть так. Филиппов забивает. Но нужно было Писареву самому сразу катить. В итоге 1-1 мы сравниваем в меньшинстве. Компенсированное время. Вот здесь надо было, ну, вдоль ворот, конечно же.
Хорошо, тут Филиппов оказался. Да. Сулейманов-то нас подвел явно. Так бы неизвестно. Может быть, были бы шансы больше. Писарев. Ну, Писарев приносит какие-то действия результативные периодически, да, у нас? Ну, да, ну, Енисей несется вперед. Здесь подбор, подбор. Ну, как же так-то все? Цепляются, цепляются игроки Енисея за этот мяч. Дают возможность пробить. Ну, как так? Как так, ребята? Ну, спасли вроде игру и в самой концовке еще умудряемся пропустить. Ну, здесь не смогли нигде в стольких моментах ничего выбить. Ну, пожалуйста, одного игрока тут оставили. Сибая. 1-2. Еще удаление. Да что ж такое? Это Аминев. Ну так вообще действовать нельзя. Ну что, втроем в защите останемся, конечно же. И тут штрафной. Ну, выносить, что делать. Да. На 92-й минуте сравнять. На 94-й минуте проиграть. Два удаления получить. Ну, конечно, жестоко. Жестоко. Так. Я недоволен, как вы сыграли. Так, проиграли мы, да, первый матч в ФНЛ. Дома, Енисею, два удаления. Ну, ладно. Такое тоже иногда случается. Мы видим турнирную таблицу по 23 очка УСКА Хабаровска и Нижнего Новгорода. Вот Енисей этой победой приблизился, конечно. Оренбург в ничью сыграл. Но бывает, бывает. УСКА Хабаровск просто тоже в ничейка у него была. Так что так, все просто. Ну, у нас, значит, текстильщик Иваново в гостях. Матч нам предстоит теперь чемпионата. Вот на него мы отправимся. В Иваново, значит, мы с вами оказываемся, но Аминьев и Сулейманов дисквалифицированы, так что здесь Абрамов выйдет, Данилов. Да. Так, ну... Обидно, конечно, проигрывать Енисею, когда вроде бы в меньшинстве, а все-таки сравняли в концовке. И тут же получили еще. Вот это вот печально. Так действовать нельзя. Ну, у нас тут Парапаев. Центр защиты я выпускаю. Отвал-то очень устал. С травмой тем более был. С повреждением. Физически сложно. Что сломается напрочь. И будут проблемы у нас. Посмотрим, как Воропаев тут себя проявит, если проявит. Ну, всякое может быть. Никто не застрахован ни от чего. Ну, есть на замену у нас кто-нибудь, да? Есть. На усиление атаки. Писарев, например. Замена удачно у нас выходит тут в последние матчи. Вот, может на этом сыграть. Если получится. Ну, желательно, конечно, забивать так. В первом тайме бы еще. Ну, Кулакова ставка делается. Так, Борисов. Желтая.
Пока нет моментов, мы не видим. Соответственно, тут на что-то рассчитывать не приходится пока что. Но Абрамов непонятно, непонятно, должен себя проявлять. Шанс ему предоставляется вот именно здесь, да? Не получается. Так. Ну, давайте, Борисов, не получи желтую. Второй тайм. Тягучая игра без моментов, по всей видимости. Еще и мячом больше владеет текстильщик. Как это ни странно. Но Абрамов, да, не готов быть основным и заменить Сулейманова, так скажем. Ну, мы можем попробовать Магомедова на этот фланг, сюда выпустить Писарева вместо Абрамова. Вот, такая замена. Ну а вдруг? Писарев нас тут выручал. Ну и штрафной у наших ворот. Опасный штрафной. Так, давайте тогда насчет Филиппова подумаем. Ну, попробовать можно, да, наверное, нам Филиппова выпустить в такую же схему с двумя нападающими. Вот. Ну и кто у нас там? Митрев, Москвичев. Митрев не так заметен. Возможно, мы давайте попробуем вместо Митрева выпустить Минченкова. Вот так вот. Все замены наши. Ну и надо уже наступать. Нам наступать, стараться забивать, даже атаковать скорее. Ну и штрафные у наших ворот тут зарабатывать. Скидка не туда совершенно. Отбирать не можем. Здесь внимательнее играть, внимательнее. Вон таков молодец. Здесь есть преимущество в игроках. Заброс на Филиппова. Филиппов, только покати, покати. Ну, не совсем удачно он это сделал. Навес туда, Кулаков. Ну, очень плохо. Пробил. Так, удаление сейчас будет у текстильщика. Так. Ну, нет, так играем. Как есть. Все в атаку. Нужно забить этот гол. Очень нужно. Постараться. Постараться его забить, ребятка. Ребятки. 4 минуты добавляет. Угловой мы подаем. Может, стандарт. Удар выше опять. Магомедов. Конечно, по ударам мы прибавили. Но матч заканчивается. Филиппов здесь. Долго. Сам в себе подать не может. В себя там еще куда-то. Минченков падает. Мяч у нас. Писарев. Москвичев. Дальний удар. И какой гол! Москвичев. Это похороны. Как кричали про Глушакова. Когда-то он дальними ударами в концовках забивал. В чемпионский год Спартака. Но теперь можно покричать похороны. Да.
Москвичев, ничего себе, первый гол в сезоне и победный, по всей видимости. Иванова он это сделает. Вот так вот. Пусть не совсем с игры, может быть, мы забили дальним ударом, но важный гол, очень важный. Магомедов. Финальный свисток. Кое-как, в общем, выигрываем в концовке, забив на четвертый добавленный. Мы в предыдущем матче пропустили на четвертый добавленный, да? Теперь забили, молодцы. Посмотрим с вами в турнирную таблицу и в результаты после этого тура, да, 1-0 в Иваново. Дальним ударом в концовке в компенсированное время мы выигрываем. Ну и видим здесь, Нижний Новгород свой матч выиграл, СКА Хабаровск в ничью сыграл. Вот так вот, Оренбург вообще 4-3 в Ярославле. Ну и турнирная таблица на ваших экранах. Далее Сибирь, у нас матч домашний с командой Сибирь, ну на 10-м. В общем, вот такой вот матч нас всех будет ждать. Вернулись у нас дисквалифицированные Сулейманов и Аминьев на этот матч Сибирь. Ну давайте смотреть. Так, давайте скажем что-нибудь, хотя у нас игроки никак не реагируют на это. Очень печально. Ну и будем смотреть, что у нас с Сибирью получится или не получится. Ну, Магомедов тут чуть подсевший по сравнению с остальными. Вот. Ну, бывает, что поделаешь. Сибирь. Здесь Погребняк Кирилл играет, да, есть такой. Пантелеев, кстати, тоже товарищ может что-нибудь нам тут преподнести. Сюрприз со знаком минус. Ну, этот Давид Анон, испанец. Испанец, представляете, в Сибири. 31 год. Ну, бывает. Не видим мы никаких моментов, ничего мы не видим. Смотрим в книгу, видим фигу, да? Луиша фигу. Оренбург Ротору проигрывает, например. Очень интересно. Так, Анан этот с Пантелеевым здесь заигрывает мяч. Пантелеев, ну не дайте пробить-то так спокойно-то. Никто не мешает. Вообще атаки нет. Не нравится. Масловский ошибается часто. Нижний Новгород забил ворота Шинника. Ну да. Тоже такой есть. Сулейманов. Желтая. Ну, Сулейманов от Сулейманов. Любят зарабатывать карточки. То удалился, то не удалился. Так. Попробуем так. Второй тайм. Ну, Сибирь даже больше ударов наносит в итоге. Мы видим. Савченко. Желтая. Плохо, конечно. Ну, Кулакова оставлять можно. Будем, наверное, сейчас менять Савченко. Именно Савченко, да. Попробуем второго нападающего нашего Филиппова. Он входит в список лучших бомбардиров чемпионата. Вот, может нам тут принести спасение какое-нибудь.
если у нее это получится, Адвальдо. Желтая. Ну и, наверное, Магомедова надо заменить. Неактивен, товарищ, неактивен. Писарев. Может быть, опять сыграет в роли палочки-выручалочки Антон Писарев. А может быть и нет. Не получается у нас ничего. Ну, здесь подбор Филиппов, Дмитриев, Заброс, Кулаков. Их это один на один у Кулаков. Ну как же так? Нужно такое реализовывать. И момент немногочисленный. Ну, Сулейманов, это просто кошмар. Что творит Сулейманов? Что ты там в мяч показываешь, я играл? Да, ребятки, да. Ужас. Ужас, просто ужас. Остаемся в меньшинстве, опять удален Сулейманов. Уже не первое его удаление. Какой-то агрессивный. Товарищ. Так, ну а что мы тут можем? Замена-то есть. В меньшинстве, конечно. Играть в Кулаков был хороший момент. Ну ладно, Абрамова выпустим. Да. Подводит нас опять товарищ Сулейманов. Сразу видите, по ударам Сибирь стала, ну, на победу играть после этого. Теряем очки. Этот факт. Ну и Сибирь концовку пытается еще и выиграть. Здесь момент удар опасный. Волсона могли и забить нам. Сулейманов, конечно, опять подвел. Ну, что мы тут скажем? 0-0. В общем, возможно, в концовке бы у нас были какие-то шансы. Вот. А так... Ничего не получилось. В общем, проигрываем мы. Ну, не проигрываем по факту, но матч-то проиграли по игре 0-0 Сибири. Так, подбирается вплотную к нам Нижний Новгород. Свой матч выиграла команда СКА Хабаровск. Тоже выиграла. Но мы пока на первом месте остаемся. Но уже всего одно очко. Было побольше по ходу. Но вот так вот. Сыграли мы 0-0. Неудачно. И следующий матч нам, у нас теперь с Оренбургом на Кубок России. Вот 1/16 финала. Давайте мы к этому матчу-то и отправимся. Оренбург, да, на 4-м месте, мы на 1-м, но это кубок, так что здесь все может быть по-другому. Да, ну, такая жеребьевка попалась, хотя она не совсем корректна здесь, в этом футбол-менеджере, но потому что по правилам Премьер-лиги, ну, вообще Российского футбольного союза, на кубок играют команды в 1/16, команды из ФНЛ. Не может играть с другой командой ФНЛ. Ну так вот. Ну здесь это и есть. Ну и посмотрим, потому что по Сибири вообще играли плохо. И после удаления, ну тут дождь еще. И так все жалуются, что поле плохое у нас. Абсолютно все. Ну, у нас стадион такой не самый хороший. Прямо скажем. Мало вмещает. Поля не очень, жалуются. Ну, еще и пенальти, да? Ну вот так вот, пенальти нашел с воротом. И Сиваков забивает. Оренбург выходит вперед.
Неудачное начало. В ливень. 11 минут позади. 0-1. Ну, Сулейманов в кубке играть может, конечно. Поэтому я его и выпустил. Но наказать его нельзя. Арендованный игрок. Вот так. Ну и в чемпионате мы сыграли с Оренбургом 1-1. У себя здесь же. Но тогда, правда, вели. Но пропустили контратаку и поплатились. Победу не удержали. А здесь на кубок уже совсем другие расклады. Ничья может быть, тогда овертайм, ну и так далее. Видели мы это уже с Чайкой. Да, не удар и гол! Савченко первый свой гол в сезоне. Ну, удар был не самый сильный, прямо скажем. Но, может, погода или, правда, поле такое плохое. Ну, смотрим. Савченко мяч получил и пробил издалека мяч. Ну, попал хорошо. Очень хорошо. Руденко у них стоит, вратарь, 27 лет. Ну, хорошо отыгрались. Мы быстренько, да, относительно. Здесь какие-то глюки, Магомедов, что там? Что было? Красное? Я в шоке просто, я не знаю, что происходит у нас с командой. Понимаете? Так. Придется забившего гол Савченко убирать. Почему Магомедов карточку красную получил? Здесь какой-то непонятный эпизод. Все игроки катались. И мы в меньшинстве. Ну, Магомедов. То один отличится Сулейманов, то Магомедов со знаком минус. Кошмар какой-то. Как играть? Как добиваться побед, когда у нас удаления частые стали происходить? Причем иногда непонятно за что. Сулейманов нет, ну здесь. Ух ты, Данилов забивает. Данилов забивает, это хорошо, конечно. Ну, здесь такой момент был не совсем удачный. Вроде здесь справились игроки Оренбурга. Но Данилов подхватил мяч и пробил первый свой гол в сезоне. Сегодня вышел справа в защите. Ну так, ведем, конечно. Так, давайте скажем команде, что вы молодцы, конечно, боретесь там, сражаетесь. Но второй тайм вы еще так отыграете. Было бы весело для нас. Вот. Ну что? На что рассчитывать в данной ситуации? Кулаков травму получает. Вывих колена. Он, конечно, может, наберет сейчас кондиции, но... тут... Может, потом выпасть далеко и надолго. Филиппова буду выпускать тогда. Вот. Не самый удачный момент для Филиппова. Конечно, еще замены нет. Оренбург атакует. Момент у наших ворот. И чудом туда не залетает нам мяч. Филиппов выходит. Ну и Данилов на желтой карточке становится, хоть и забил. Вот это плохо.
Конечно же. И, возможно, нам его придется поменять. Скорее всего, так и буду я делать, потому что, ну, еще одно удаление, это будет вообще жестоко. Приходится мне с игры убирать всех людей, кто забивает сегодня. Очень весело, да? Там уже в три нападающих против нас играют, да. Нападающий, нападающий, нападающий. Но мы в меньшинстве, нам приходится обороняться. И ничего с этим не поделаешь. Оренбург прессингует. Хотя мячом владеет гораздо меньше. Удары наносит команда. Мы разыгрываем штрафной. Чуть-чуть времени остается. Ну, по футбольным меркам этого хватает. Часто, чтобы команда смогла забить. Здесь момент. Ну, Писарев, штанга. Ай-яй-яй. Ну, как же так? Могли сейчас снять все вопросы в этом матче наши футболисты. Но Писарев попал в штангу. Так, последние уже секунды. Нужно додержать вот этот вот, да, победный счет. Но выстрелили мы в итоге, оставшись в меньшинстве в очередной раз. Ладно, поздравим мы с этим игроков. Выходим в 1/8 Кубка России. Это же круто. Что касательно поля. Вот Кононов, тренер здесь Оренбурга, говорит, что заголовок, видите, как вы играете на таком поле, это просто позор. В общем, не получилось у них из-за плохого поля, представляете? 11 тысяч, почти 12 тысяч евро мы получили за выход дальше. Так, Ростов нам достается. Вот это уже та команда Премьер-лиги. На 8-м месте пока идет. Вот это мы сыграем где-то через месяц этот матч. Вот так вот. Ну, Магомедов дисквалифицирован. Грязный подкат. Ну, я не знаю. Мы как-то не видели никакого момента подавать апелляцию. Или не подавать апелляцию. Мне пишут, что, возможно, решение судьи было верным. Ну, значит, не будем подавать апелляцию. Ну, вот так вот у нас все происходит здесь, в этом футбол-менеджере с нашей командой. Вышли мы в 1/8 Кубка России. Ну, и видим, да, следующий матч с Ротором нам играть. Ну, ладно. Пока мы на первом, одно очко, здесь все еще впереди вся борьба, естественно. Как мы будем играть, если будем все время удаляться, то все время это прокатывать не будет, как с Оренбургом это прокатило. Так, расписание хочу посмотреть. Вот, расписание у нас с Ротором. Сулейманов дисквалифицирован будет на этот матч. Да, Кулаков с травмой тоже не сыграет, но в следующей серии мы это посмотрим. Ротор, Сочи, Мордовия, Шинник, ну, Морска, Хабаровск, не знаю. Вот это будем смотреть уже в следующей нашей серии. В этой тут было, да, много чего. Ну и 4-3 вот был интересный результат, конечно, и веселый. Нижний Новгород вот обыграли классно в гостях. Казалось бы, все, можно уходить вперед на первое место. И, ну, нет, не повезло. С Енисеем пошли два удаления. Текстильщик в концовке лишь забили. С Сибирью удаление. В общем, с Оренбургом удаление. Да, дисциплины какая-то беда. Ладно, будем разбираться с этим далее. Всем спасибо за внимание. На этом серия заканчивается. Всем пока.